Там канапешки. Канапешки, канапешки. Канапешки. Туда, да? Так, это у нас гвоздики. Гвоздики, гвоздика. А можно понюхать? Ты как-то не рассолом пахнут, да? Понюхай. Надо сказать, что ведь Никос-то, ведь это же наш ростовский выкормыш. Он ведь закончил ту самую грековскую, я бы сказал, фабрику художественных талантов, которую закончила моя теща. Да-да, мама Полина. Поэтому у нас ростовские пожелания. Боюсь, что просто людям их слушать бессмысленно. Это может лишить многих сна. С днем рождения, Никас! С днем рождения, с днем рождения! Просто мероприятие потрясающее, классное. Вы меня так ошарашили своим поздравлением, что я растерялся. Такого душевного обнимания я еще давно как бы не испытывал. Но все равно спасибо. Посмотрите, сколько картин примерно вы написали за все это время? Ну, больше тысячи. Да. А вот давайте припомним самую дорогую картину. Какая цена? 585 тысяч в Гонконге долларов. С аукциона? С аукциона, да. А что это за картина была? Ну, пейзаж такой был. Пейзажик. Да. Никас, в вашей коллекции есть картина «Девушка с веслом»? Девушка с веслом? Ну, мы работаем над этим. Осталось весло найти. Так, тут пусто. Тут тоже пусто. Тут совсем пусто. А все потому, что день рождения Никаса Сафронова подошел к концу, поэтому весь стол опустел. Ну а с вами был RomeoSecret и Gang.ru.